Ага. Не изменился. Это 2009 год? Возили Джавинка вот этого малыша. Это было в 2009? В Египте. Первый отдых мой. Там мы ехали на экскурсию в Мирский замок. И там остановились, ну, как перекурить. Так ты курил в Турции? В Турции на сборах. Смотрел, как дядя взрослый играет в футбол. Немножко поменялся стиль. Ну, волос меньше стало. Причина? Возраст. Постригся. Проспорил команде. Ну, если выиграем чемпионство в лицензии, то стригусь коротко. Раньше за этим не следил. Щечки были. Ну что, бабушка вкусно кушать готовила. Прическу, если отрастить, то нету. Гримасы те же на фотках. А многое поменяло? Жена, ребенок, кошка. Машину уже продал. Семьянином стал, да? Ну вот, жену приобрел. Лично у него два детей. За 10 лет вроде неплохо. 2009, да. Мне жена еще рано была тогда. Свадьба, да. 12 лет назад. Хорошим человеком, главное. С семьей. Может, уже с такой прической, как здесь. Потом, да, может, уже и сам усеть начну. Так, ничего, спокойно, живем. Если так представить, то, возможно, тренер. С такими же волосами. Сколько это? 36? Не знаю. Тоже играть еще буду, наверное. Все таким же, только в голове что-то будет другое.